Пойду-ка я пошушукаю с ним. Здесь. Сколько всего стало понятно? Все? Все готово. Ладно, выходим в море. Джиндаш очень важен для дружков герцога. Его особняк охраняет гвардия. Так что, узнав, кто вы, они соберут на помощь целый город. Они не узнают. Значит, проход к станции закрывает световая стена? Да. Но поблизости есть подпольная лавочка. Там продают всякий запрещенный товар. Приходилось пользоваться монтажным инструментом? Корво учил меня теории. Хорошо. Проберитесь сквозь световую стену, потом садитесь в экипаж и отправляйтесь к Джиндашу. Люди не зря боятся его особняка. Я все сделаю. Эмили, разберитесь с этим безумцем и его машинами. И верните Соколова. Он мне очень дорог. Держись подальше от людей герцога. Поосторожнее! Есть хочется. Может, пора раскошелиться на пирог с рыбой? Посмотри вокруг. Наверное, пора возвращаться в Поттерстед. Мне кажется, что она специально глупой прикидывается. Что творится с этим городом? То, что мне тут. Детей уже 2 года не видел. У меня для тебя посмотрим, как ты умеешь себя постоять. Нет, сука, нет! Фантла.
Неудачный ход. Ты где? Я тебя на куски порву. Она мертва. What the fuck? Гвардейцам это не понравится. Обязан проверять жернова. Кажется, ну и как нам тут заработать, если все деньги гвардейцы отнимают? Так устроен мир. Вещи гниют, рассыпаются в прах. Ты выпиваешь вино до капли и уходишь в пустоту. Неспокойно как-то. Что творится с этим потом городом? Пропустим по пивку. Вечером будешь? Такое нельзя пропустить. Эй, эй! Мне не до шу... Кто здесь? Не заставляй меня за тобой носиться! Получи ты! Мятежники говорят, что наши мосты рассыпаются, что люди покидают наши города. Но я смотрю в окно и вижу, что это ложь. Церконос... Это герцог Церконоса. Кто же еще? Мятежники говорят, что наши мосты рассыпаются. Что люди покидают наши города. Но я смотрю в окно и вижу, что это ложь. Церконос — богатая земля. Да, кое-кто беден. Что ленив. Да, в нашей столице есть заброшенные дома. Но... Эй, держись! Стреляйте! Кто? Стража! Люди! Вот зараза! Я не обязан пройти. Ну все, тебе бежать некуда. Не уйдешь. Иди сигнал! Убейте ее! Убью, тварь! Что тут случилось? Нет! Это... Кто это все творит? Убийство! Зовите гвардейцев! Кто-нибудь, помогите!